Если самка лисы умирает, то самец больше никогда не ищет себе пару и проживает остаток жизни холостым. Однако, если умирает самец, то самка находит себе нового кавалера. При этом, если у лисы есть лисята, а лисотец погибает, лисы-холостяки борются за право стать приемным отцом и заботятся как о родных. Природа не терпит пустоты. Естественно, что на следующий год семья уже будет полноценной.